Всем доброе утро. Мы Данечку в садик отвели. В итоге хочется спать ужасно. Даня сегодня вообще ни в какую не хотел ни есть, ни пить, ничего не хотел. Хотел дома спать. Я такая бы его уложила бы и легла вместе с ним. Но Валик нам не дал. Поэтому мы его отвели в садик. Он очень сильно плакал. Не хотел. Я тоже не хотела. Но пришлось. И все. Едем в магазин сейчас за водичкой. У нас водичка закончилась. Маски завтра отменяют. Будем ходить в магазин без масок завтра. Класс, наконец-то. Будет так непривычно. Все время в масках ходили. А тут, не, ну, мне кажется, ну, как бы то, что, понятное дело, осталось по желанию. Все будут пожилые испанцы ходить в масках стопудово. Ну да. Ну просто... Еще и мандеть на нас. Вот в Украине у нас в масках типа не ходили. Ну, только на кассе одевали, потому что надо было только на кассе. А так не ходили. А тут именно надо ходить в маске. Заходишь в магазин, надеваешь маску, и ты в ней ходишь полноценно, закрываешь нос, все, рот. Тут еще мало того, что все в масках ходят, так еще и антисептиком бесконечно обмываются. Детей своих обмывают. У меня вот такие глаза были, когда я увидела это, что детям руки антисептиком постоянно моют, выполаскивают. Так еще антисептик магазинский, он как спирт просто. Просто спирт. Оно сушит руки так, что ужас просто. Не знаю. Мы приехали, короче, посмотреть на вид с горы. Там, где мы хоть хотим дом купить. Посмотрите на это. Как понять? Он какой-то вообще теннисный холм. Офигеть. Как же тут красиво. В другой стороне моря. Сейчас собака меня тут как покусает. Ну, да. Вон этот аквапарк. Да. Как красиво. Обалдеть. Я хочу вот этот дом. Можно? Можно мне этот дом? Смотри, какая этот, такая площадочка, тут такой спуск вниз. Вообще территории нету, потому что, видите, там обрыв и все. Мы тут с Кэсичкой сидим на балкончике, гуляем. У нас так все хорошо. Так прекрасно, Кэси гуляет, такая красивая. Я ее подстригла вчера немножечко. И она прям такая милая, милая. Мы решили поехать покататься на велосипедах. Еле нашла ключи от велосипеда. Так давно не ездили. Сейчас поедем в скейт-парк. Кэсичка. Мы с собачкой вышли погулять. Даню идем встречать. Да? Такая красивая. Я ее подстригла. Такая маленькая. Такая прям личка у нее изменилась. Стоять. У нее мордаха прям изменилась. Такая она стала молоденькая. Очень сонная. Очень хочу спать. Еще голова болит. Еще и погода такая у нас пасмурная. Вообще, прям аж грустно от того, что так пасмурно.
какая пальма у тебя красивая, Кейси. Немножко слезки были? Да. Ты плакал? Да. Вот что ты плакал. Когда мы ушли? Да. А потом было весело? Да. Ох, как хорошо. Что вы делали сегодня в садике? Это я сел комбусок из садика. Да? Смотрите. Да, я вижу, вижу. Маленький. Маленький, да. Так тебе сегодня понравилось, да, в садике? Да? Завтра пойдешь? Да? Собрали мы Данюшу в садик. Он вроде в хорошем настроении, но это не точно. Ну такой бы прилег бы, да? Поспать немножко. Полежал бы. Да? Я сердечку делал. Да? Все делали? Да. Класс. Все детки делали сегодня. Я сейчас буду готовить крабовый салат. Вот. Дани будет болоньеса, типа того. Как-то оно маргарита или как? Я не помню, да, что это в кафешке. Как? Ла наполитан. Просто сделаю зажарку с томатным соусом. Ну, там, томатный типа сок. Вот. И этот. Добавлю туда сыра. И как болоньеса, только без фарша. Вот. А еще я готовлю тут яйца. И такие палочки взяли мы. Как они там называются? Крокеты. Крокеты, вот. Очень вкусные. Мне прям очень нравится. Боже, какая красота. Сейчас багетиком, салатик. Всем приятного аппетита, кто ест. Ой, Кейси тут бегает. Да, не моя девочка. Да ты ж моя хорошая, Кейсичка. Да ты шо, такая собака у меня. Я хотела сказать, что у нас очень весело. Мы смотрим испанскую передачу. Она такая интересная. Еще у нас сын не спит. И вообще, я не знаю, завтра выложу этот влог, наверное. У меня нет интернета, как бы, да? Классно. Такое ощущение, что мы из деревни с какой-то. Будем ложиться спать скоро. Даня расстроенный, не может посмотреть свои мультики. Печально очень. Ну ладно. Будем сейчас есть крокеты и ложиться спать. Так что до завтра, ребята. Всем пока.